потрепанный рыжий кот, которому на вид было около 6 лет и который, вероятно, все эти годы провел на улице. Был в начале лета 2019 года отловлен и помещен в приют гуманного общества Миннесоты. Кот выглядел так, словно он пережил драки с десятком котов и собак, тело его было покрыто шрамами, одно ухо висело как тряпочка и он едва не лишился глаза. При этом у него заодно еще и выявили вирус кошачьего иммунодефицита. В приюте коту дали кличку Брюс Уиллис и начали искать ему хозяина. Каждого пришедшего выбирать себе кошку Брюс встречал с мурлыканьем и любовью. Но, увы, люди в основном забирали или котят, или более симпатичных кошек. Брюсу никак не мог выпасть верный шанс. Однако 8 августа все изменилось. Именно тогда на страничку приюта в Facebook зашла женщина по имени Сандра и когда стала просматривать фотографии котов, которым искали хозяев, ее глаза тут же наткнулись на снимок Брюса. Спустя пару дней Сандра приехала в сам приют и попросила показать ей потрепанного рыжего кота с очень печальными глазами. Брюс ей очень понравился, однако Сандра все еще не была готова заводить себе любимца на постоянной основе. К тому же хозяин дома, где она снимала квартиру, установил правила никаких кошек или собак. Сандра потом еще не раз приходила в приют пообщаться с котом, но прошел месяц, а у Брюса все еще так и не было хозяина. И тогда она наконец решилась. Она послала арендодателю фотографии кота с просьбой разрешить ей держать его в виде исключения. И арендодатель не выдержал и разрешил. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь. Не забывайте прожать колокол, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.